Теперь можно начинать свою атаку. Рахим Стерлинг. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Неудачный навес, вратарь без проблем забирает мяч. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Он с мячом решил пробить. Штанга! Тут может что-то получиться. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Фабригас и Суле. Отличный удар. Семен Семенович, ну что происходит? Так все грамотно было сделано, и такая несуразица в завершающей стадии. Похоже, игрок сам не поверил своему счастью и несколько растерялся перед тем, как нанести завершающий удар. Фернандини. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Хорошая игра защитника, чисто сыграна. 3 минуты добавлено к основному времени. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Может получиться интересная атака. Навес. Искал он партнеров, но нашел только вратаря соперника. 1-0 после первого тайма. Неплохо он смотрелся на поле в первом тайме, так ведь? Так, ну я думаю, что своим голом он доволен. Ведет команда после первого тайма. Ну, одного гола может и не хватить для победы, поэтому надо во втором тайме постараться развить преимущество и забить еще как минимум парочку. Команда готова, тренерские установки получены, можно начинать. Это может быть опасно. Атака остановлена, но кто получит мяч? Лукаку! С углового мяч будет виден в игре. Лукаку. Это может быть опасно. И пробил. Вратарь забирает мяч. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Фабригас и Суле. Все верно. Края надо чаще задействовать. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Давид Луис.
Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Отлично. И как пробил. Отскок в поле от перекладины. Защитник прекрасно обороняется. Не позволяет пройти навес. Внимание, Матич. Диего Коста. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Да, над вводом мяча из аута им явно стоит еще поработать. Педро. Курт Зума. Такими действиями игру не обострить. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Гарри Кехил. Вилья. Пошли последние полчаса игры. Как он работает с мячом. Всех обыграл. Решил пробить. Забрал мяч в прыжке. Молодец. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Хорошая возможность доставить мяч в штрафную. А там уже побороться. Тут может что-то получиться. Защита надежно играет. Мяч отобран. Сесар Аспиликуэта. Диего Коста. Удар! Вот это спасение! Мяч за пределами поля. Угловой. Отличный навес! Выцеливал этим навесом партнера, но защитник хорошо играет. Мяч за лицевой. Это значит удар от ворот. Яя Туре. Ромелу Лукаку. Это штрафной. Внимание, Матич. 20 минут осталось играть. Внимание, Матич. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Аут. Посмотрим, смогут ли они довести эту атаку до удара. Штрафная совсем рядом. Вилья. Навес находит вратаря. Вряд ли так было задумано. Пока неплохо. Он накручивает. Ромелу Лукаку. Отличная игра вратаря, но угловой. Смотрим, сколько угловых было подано в сегодняшнем матче. Лукаку! Это угловой. Равенство по владению мячом. Да, и сам матч смотрится весьма равно. Опасная передача. Лукаку! Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Ромелу Лукаку. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. И мяч летит к партнеру. Это Сест Фабрикас. Миралес. Матич. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Яя Туре. Хорошо, атак. Туре! Не утекают сегодня.
страсти на поле, сдают нервы у игрока, и промахивается он из выгоднейшего положения. Да, ведь сразу видно, что удар у этого парня поставлены. Партнеры доверяют, но не достает самой малости. Попасть в створ ворот и промахнуться мимо вратаря. Туре. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Отлично сыгран. И может быть последний шанс в этом матче. Штрафной удар. Слишком далеко, очень неточно. Тренер сразу задействовал две руки. Одной показывает кулак, а другой крутит у виска. Что ж ты делаешь, дорогой? Сеск Фабригас. 4 минуты добавил судья к основному времени матча. Как же вовремя защитник перехватил передачу. Спас просто. Это может быть опасно. Выбили у него мяч. Кому он достанется? До конца матча пару минут, до спасения один гол. Лови момент, как говорится. Педро! Гол на последних минутах, и счет становится равным. Да, соперники, понятное дело, приуныли немного. Оставалось до свистка, но не пропустили. Да, и все-таки они добились своего и сравняли счет в этом сложнейшем матче. Очевидно же, что футболисты обеих команд устали одинаково. Но в такие моменты удача сопутствует тому, кто... Ну вот и все. Команды по ходу матча обменялись голами. Получилось ничья. В первой игре в этом сезоне они положили в копилку 1 очко. Скромный результат команды. Старая добрая 4-3-3 схема. Ничего принципиально нового. Три. Стерлинг! Отбор мяча на чужой половине. Реализуют ли они этот... Бить надо! Проверка вратаря. Он на месте, никуда не ушел. Защитник молодец просто. Как здорово сыграл. И это удар. Я думаю, этот игрок... Какой удар? Проверка голкипера. Да нет, он все еще здесь. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Он с мячом решил пробить. Отлично. И как пробил. Диего Коста. Удар! Вот это спасение. Он накручивается. Ромелу Лукаку. Отличная игра вратаря, но угловой. До конца матча пару минут, до спасения один гол. Лови момент, как говорится. Педро!